И всем привет! Сегодня мы с вами сыграем снова в PUBG Mobile White за счет того, что вы набрали больше 300 лайков на прошлом видео в PUBG Mobile White и больше 10 тысяч просмотров. Это на самом деле жестко, особенно для White, для игры, которая, ну, практически, не знаю, да что ты там метку ставишь? Для игры, которая практически мертва, но это... Заткнись. Я убрал автоподбор, но в итоге мне все равно попался автоподбор. У меня включился автоподбор. А как это работает, White, пожалуйста, объясните. О, тип. Все, нашли, отлично. А, главное, арбу найти, остальное не важно. Дробовик такой себе. О, отлично. Где ты? Да блин. Убил. Еще один. Еще один. Отлично. Ну, на самом деле, отдача здесь очень простая, и контролировать ее просто нереально легко. Еще бы мне завезли нового... Еще и 3x, отлично. Прям слет у меня, наверное, дарят они. А кто не знает, 3x именно в лайте это просто пушка. Потому что если ты находишь 3x, то это все, это разрывная. Как-никак облегченная версия. Ну, баги здесь такая же багованная, как и в других играх, что в New State, что в мобайле. Если ты хочешь, чтобы я продолжал активно снимать лайк, то с тебя обязательно лайк, подписка на канал и обязательно написать об этом в комментариях. Блин. А, там тип. Почему-то прицел замораживается сверху буквально противника. Я не могу опустить даже при помощи гироскопа. Их там двое? Искал меня. Но у него на самом деле, ну, юмб. И тип, что там стоит, должен будет оттуда выходить. Вот так. Смурфы. Ну, я, получается, тоже смурф, поэтому разберемся. Сейчас просто по всем зажим дам. Почему не откис? Воу! Он не умер! Сколько я по нему зажал? Мне бы в зону заехать, чтобы похилиться. Для меня не проблема от кого-нибудь стреляться где-нибудь там, закемпериться, заныкаться. Но, к счастью, не такой игрок. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас будет у меня.
Ну, типа, у меня вроде тоже нормальный. Нет, типа, мне играет хорошо. Тиммейт играет хорошо. Поехали в зону. Лучше на гору забраться, потому что будет тяжело подниматься потом. У меня по ХП проблем, поэтому не поехал, в принципе, за ними. Ну да, началось. Вы что думали, я просто так поднимусь? Давай, давай, давай. Хорош! Ну, легчайшая на самом деле. Самая простая игра, что у меня вообще была. Всем спасибо за просмотр. Всем, кому понравилось, лайк, подписка. И буду продолжать снимать, смотря на ваш актив. Будет только вот 300 лайков, так что ждите меня новый видос. Всем пока.